Всем привет, дорогие мои подписчики! Вы снова на канале Аида Москва. Сегодня у нас будет очередной выпуск чат-рулетки. Некоторые люди писали в комментариях, что им не нравится моя рубрика чат-рулетка. Так вот, этим людям я хочу сказать. У меня на канале есть очень много видео, помимо чат-рулетки, там есть вложки, там есть всякие рецепты, там очень много других видео. Если вам не нравится видео с чат-рулетки, то ну просто не смотрите, потому что я, если честно, втянулась в это дело. Эта тема приносит мне много подписчиков. Сейчас эта тема в тренде на Ютубе, как я заметила. Поэтому я решила продолжить тему чат-рулетки. Еще раз хочу сделать дисклеймер, или как он там называется, но в общем предупреждение, что я никого не собираюсь унижать, оскорблять, обижать, высмеивать. Я просто хочу поприкалываться, пообщаться с интересными людьми, хорошо провести время и просто поднять и себе, и вам настроение. Если вам не нравятся подобные видео, просто проходите мимо и все. Вот так что, надеюсь, мы друг друга поняли. Итак, давайте начнем чат-рулетку. Пообщаемся. Так, что-то как-то. Пока не очень, чудо люди. Но у меня тут интернет похуже, ну блин. Не настолько же похуже. О, Пугачёва опять хоронят. Надоели. О, это что такое? Понятно. Я у мамы стример. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые. Вы откуда? Мы с Воркуты, а вы? Откуда? Воркута. А, Воркута. А мы с Москвы. Приветствую, Москву. Как наши? Столица поживает. Да, потихоньку, нормально. Как погода у вас? Сегодня тепло, но пасмурно. Дождичек идет. 16 градусов тепла. На какую тему хотите поговорить? Да особо-то что говорить. Я с нашими младшими братьями пытаюсь разговаривать. В основном. Это вы имеете в виду животных, да? Да, типа того. А каких животных вы любите? Я всех люблю животных, особенно этих американцев люблю животных. Я очень люблю кошек. А, кошки у нас тоже есть. Кошка! Иди сюда. Сейчас придет, может быть, и соизволит. Ну да, они... Собака, кошка, да, все. Да. Они натуры свои нравные, их не заставишь. Она спит, она, я работал в ночь, она спала на улице. Ну, осталась, дом не пускал, но свои надобности есть. Это. Свой дом у меня. А вот она пришла, сейчас наелась и спит. И бесполезно ее трогать. Ну да. Подходишь так ее пальцем, тык-тык-тык, она еще лапой тебя норовит, это самое.
Ну ладно, пойду искать дальше. Так. Что, кого-нибудь еще поищем? Не, на самом деле, я считаю, если людей... Ой, господи, что я несу? Если человек любит животных, для меня это показатель того, что человек хороший. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете, правда это или нет, что если человек любит животных, то, как правило, это добрые люди, хорошие люди. Да, конечно, бывают заушитники, которые вот из-за своей любви к животным, скажем так, потеряли весь здравый смысл. Но таких, мне кажется, очень мало, поэтому мне кажется, что больше добрых. Привет. Привет. А вы что такие маленькие тут делаете? Нам скучно, вот с людьми решили поразговаривать. Да. А то тут, знаете, тут а такие иногда попадаются, всякие глупости делают, всякие гадости делают. Вам такое рано смотреть. Нам еще такие не попадались. Ну, видя, вы еще, наверное, тут мало сидите. Да. Ладно, не будем детей трогать. Не, не по... я действительно не понимаю, с какой целью тут сидят маленькие дети. Маленькие дети. Вот если бы у меня были дети, да, я бы ни за что на свете бы не разрешила бы им смотреть «Дом-2», и я бы ни за что бы им не разрешила бы сидеть в чат-рулетке, потому что в чат-рулетке попадаются и пироги, и... Ну, вы поняли, какие пироги, вот. И тут и всякое попадается, в общем, всякая-всякая дрянь. Давайте дальше. Так. Почему некоторые не показывают своего лица? Я не понимаю. Кстати, вот я до этого пыталась ввести чат-рулетку, да, и закрыла камеру рукой. Вот так вот рукой ее закрыла. И мне написали: так нельзя. А люди вот тут сидят, лица не показывают, и все равно как-то эфирят. Нет. Хочу интересного собеседника. Нет, тут хуже, кстати, интернет, да, правда, тут хуже. Тут намного хуже. Давайте кого-нибудь, правда, найдем нормального. Опять у меня ноутбук на взлетную полосу полетел. У меня ноутбук глючит в последнее время. Очень сильно перегревается. Все меня переключают. Никто не хочет со мной общаться. Ночь проводная. Ой, это же нельзя эту песню петь.
Мам, вот что ты здесь сидишь? А? Что ты здесь сидишь, мам? Почему мама? А, мама. Мама. Я какая мама? Может, очки снять? Это правда, как мама. Глаза после очков. Сейчас, погодите, лучше я очки одену. Просто у меня ноутбук далеко стоит. И он это. Мама, блин. Тамбовский волк тебе, мама. Ой, О, привет, мать! За привет. ВМФ! Как дела? Салам. Салам? Нет, нам не салам. Мы русские, нам не надо салам. Нам просто привет. За ВМФ. Здравствуйте. Не, мне что-то послышалось, Нет, мы просто с Украины вернулись только. Понятно. Мы ваши герои, которые вас спасают. Которые не все возвращаются. Какая А? Ну как там, ну как там называется? Спецоперацию, Да. Ну вы наши, Но вы наши, Ну конечно, наши. Тебе каску показать? Нет, в смысле, Не надо каску. Ну вы что, могу Нет, русские, русские, мы с Дальнего Востока. Русские идут. А вы откуда? С Москвы я. С Москвы я. А, с Москвы. Ну, у вас-то еще день. У нас-то вон уже ночь во дворе. Мы с Хабаровска. Мы с Хабаровска. Надолго Надолго отпустили до вас? Ненадолго. Скоро назад. Кошмар, Кошмар, так жалко вас. Да фигня, все нормально будет. Все равно мы будем первыми. Самое главное, молитесь за нас. Это вообще не вопрос. Вообще не Зато вот Зато вот представьте, представьте, у вас у будут вас дети, внуки, будут и вы будете и вы будете сидеть и рассказывать, как вы спасали Родину. Вот так. Ну, уже вот есть так. дети. У нас уже дети есть. Ну вот будете им рассказывать, когда они будут. Да они и так знают, уже звонят, уже дети взрослые. У меня дочке 11 лет. Дочка звонит, говорит, спрашивает, пап, как дела, как чё? Ну там рассказать-то ничего нельзя. Говоришь, Да. все хорошо, Да. все нормально. Поэтому все нормально. Вы не думайте, мы не чурки. Мы за нас. Русский флаг. Ну, я можно сказать. Нет, 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 тут просто многие переключают, думают, что он чебурек. Я что, на нерусского, что ли? Я просто сегодня не побрился. Ну вот, а все думают, что чебурек. Чебурек тоже за нас очень честно. Вот именно. Ну, тем не менее, мы русские. Ладно, мы за нас. Удачи вам, ребята. Спасибо вам большое, вам тоже. Слышали? Это, кстати, первые ребята на моем канале, которые это, ну, как сказать, которые в СВО. Так что вот такие вот дела. Молодцы они, конечно. Вот они сказали, чтобы мы за них молились. Так что молимся. Все, кто верит в Боженьку, все, кто верит в Бога, обязательно молимся. Познакомимся, детка. Я могу тебя расчесать. Да я вроде Да я вроде достаточно. уверена. Да. Да. Пизда. Ой, как смешно.
Ой, как вот смешно, да, ребят? Просто вообще можно умереть от смеха. Прям будущий этот, будущий Петросян, блин. Пока. Не хочу детей. О, блин. Там чувак сидел на моего бывшего, похож был. Я уже думала, это он. Что он потерял в чат рулетки, не знаю. Ваш собеседник запретил доступ, понятно. Ну, запретил, запретил. Мне не нравится, знаете что? Мне не нравится, когда попадаются люди в чат рулетки, и у них это, и у них такое эхо получается. Вот это мне, честно говоря, не особо нравится. О! Россия! Россию умом не понять! Здрасте! Здравствуйте! Россия! Россия! Только русские нации видят, больше нас никто не замечает. Ну да. Ой, что-то взял из... У него, наверное, такая миссия — ловить людей и говорить им, что Россия, Россия, Россия. Ой, блин. Да уж. Давайте далее. Кстати, напишите в комментариях, мне идут очки или не идут. Мне кажется, идут. Но мне тут уже сказали, что я на маму похожа. На чью маму? Непонятно. Кто? В смысле не взять моя? Чё смешно? Ой. Видели, как они ржали? А чё смешного-то? Чё смешного? Красивая девушка. Чуть-чуть, правда, ну ничего. Что готовим? Дам лама. Как? Дам лама. Ой, я даже не знаю такое блюдо. Это, наверное, какое-то ваше национальное, да? Да, из картошки и морковки, и мяса. Не знаю, что? Не-не-не. Не знаю. Я не знаю. Я только азербайджанскую кухню знаю, и все. Плов-то? Умеешь это? Ну, вот такой настоящий нет. Чтоб там и изюм был, и курага, и... Это я не умею. Я только такой умею русский. Рис, морковь, мясо, лук, все. Угу. Я еще из азербайджанской люблю кухни. Что там у них? Это долму люблю листовую. С виноградными листьями. Потом что еще? Ну, всякие сладости восточные люблю. А вы откуда родом? Я? Да. Таджикистан. А мне что, плохо слышно? Я вроде нормальный микрофон подключила. Или плохо? Я из Таджикистана. А,
понятно. Ладно, чувак, готовься. Не будем тебе мешать. Привет, рука! Вот моя рука. Ой, она в чем-то. Или, мне кажется, испачкана. Общение рук. Общение рук, общение ног. Звезды общения. Новая песня. Ну понятно. Куда же без этого-то? Чат-рулетка, если мне не попадаются всякие интересные личности. Что-то как-то мало собеседников. Уже 30-20 минут уже сидим в чат-рулетке. У нас только, считай бог, 4 человека только. Ну, я думаю, интересно получится. Мне те люди понравились. Вот, особенно вот этот дедушка, который про животных рассказывал. Так что материал наберем, я думаю. Такой стример. Блин, повторюсь, как же сильно я хочу все-таки попасть в этот кому-нибудь. Чат-рулетку какому-нибудь стримеру. Вот, ну, это, наверное, нужно делать вечером. Потому что днем все стримеры спят, а ночью эфирят. Был. Здравствуй. Вот вам и здравствуйте. Какой красавчик. Я не хочу пока что записывать длинные видео. Я думаю, для начала вам хватит 30-40 минут где-то вот так вот. Длинные видео записывать не хочу. Привет, мама. Привет вам. И вам привет. Она что-то базарит жестко. Она рэп читает. Она рэп читает. Да дай мне. Что она рэп читает? А, понятно. Что-то меня перелистнули, ладно. Они из какой-то школы были. 6-й класс, по-моему. У меня кофта все ползает куда-то, непонятно куда. Очень много школьников, прям много. А, кстати, многие, наверное, заметили, что я на вопрос «Откуда ты?» отвечаю «Москва». Ну, я ведь действительно же из Москвы родом. Я говорю «из Москвы», потому что мне неохота объяснять город Верхняя Салда, Свердловская область, рядом с Екатеринбургом, рядом с Нижним Тагилом. Поэтому мне проще сказать все Москва. Но я ведь действительно же из Москвы, я же не обманываю. Здравствуйте. 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 Вы откуда? Вы откуда? Я из Армении. А вы? Я из Москвы.
Я из Москвы. А чем занимаетесь? Ой, да ничем, я домохозяйка. Да ничем, я домохозяйка. Ничего. Ой, я не люблю. Ребят, давайте договоримся. Никого не хочу обижать, но я не люблю, когда такое эхо. Просто невозможно записывать, когда такое эхо. Вот реально невозможно. Вот просто бред полный. Здорово, ёпта. До свидания. Рыбак. По-моему, он уже... Так. Что-то как-то сегодня не густо прям, не густо. Какие-то пары интересных кадров и все. Не густо вообще, не густо. Слишком красивый. О, на Домогарова был похож. Кстати, вот этот актер, который Александр Домогаров, он, который играл вот «Бандитский Петербург», еще там каких-то фильмах он играл. Он учился в одной школе с подругой моей мамы. С маминой подругой в одной школе учился. Ой. О! Видели, там было полотенчико со звездочками. У меня точно такое же дома есть. Да вот вообще никого нет. Я даже не знаю, в какое время снимать, чтобы хоть кто-то был. Вставай, Донбасс! Вставай, мой край родной! О, господи, да что такое было? Ладно, пусть сам выбирает что-то. Это что такое? Ой, короче, понятно опять это. Такие глупости. Иди нахуй. О, как грубо. Видеочат руком. Нет. Так.
Учит в школе. Переключи жесткость. Ну, одни школьники, короче. Привет. Такая у вас красивая борода. Сколько вы ее отращивали? Не знаю. Так. Что-то тебя не слышно, чувак. Совсем. Очко там, брака, блядь. А Милонов такой, да я читал. Понятно. Ой, какой хороший. Слушай, не перелистывай, пожалуйста. Такое прям милота. А как зовут? Я не знаю, как зовут, мы ее недавно купили. Что, еще не придумали? Девочка или мальчик? Девочка. Надо срочно придумывать имя. Может, какая-нибудь, не знаю, даже. Герцогиня. У нас много еще крыс. А как других зовут? Фунтик, Даша, Болтик и Татошка. Может, это Машка ее назвать? Мария. Батьковна. А что они кушают? Что они кушают? Все, кушают. Эти хорошие какая. А это крыска или мышка? Это крыса. Ну, прелесть же, да? Хоть я и не люблю ни мышей, ни крыс, но это прелесть. Хоть какое-то разнообразие в контенте. Ладно, ребятки, котятки, буду заканчивать свое видео. Слишком длинное видео тоже я не хочу записывать. Я еще пока что не до конца привыкла к чат-рулетке. Для меня это сложно. Я очень сильно устаю, когда долго снимаю видео. Лучше я буду выкладывать видео почаще, но маленькими порциями. Потому что если я буду снимать длинные слишком видео, вам будет неинтересно. Ну, а я буду заканчивать свое видео. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на мой канал Аида Москва. Буду рада всех вас видеть на своем канале. Не забывайте, что у моего канала появился донат. Если кому-то не жалко, хоть рубль, хоть два, хоть три, хоть пять, кинуть бедному блогеру. Шутка, конечно же. Я буду рада любой вашей копеечке. Всех люблю, всех целую, всех обнимаю. Нежно обнимаю. С вами была Аида Москва. Всем пока.